Дик, ты где? Дик хотел бы поговорить с вами, как будет минутка. Да, я тоже, но ты очень сильно спрятался. Привет, Дик. Профессор Уизли сказала, что ты можешь рассказать о ткацком станке. А, здравствуйте. Да, касательно этого. У Дика возникла мысль. Он... Оу, карета? Я теперь Золушка? Кстати, на часах 12 о, у меня. Комната решила, что вашим существам нужно больше мест. Дик хотел сказать вам, что у него есть идея, как испытать одежду, зачарованную на ткацком станке. И, возможно, помочь старому другу Дика. О чем ты? Домовой эльф Топс по наказу хозяина выжимает пиявочный сок в пещере недалеко от Хогвартса. Хозяин запретил Топсу выходить из пещеры, а Дик знает, что в ней полно пауков. Какой ужас. Да, Дик давно не получал вестей от своего друга. Вам пригодится одежда, зачарованная на ткацком станке. Дик думает, что вы можете проверить ее, навещая Топса. Не волнуйся. Предоставь это мне, Дик. Я найду Топса. О, спасибо вам. Расскажите Дику, если сможете что-то выяснить о его старом друге. Непременно. Ну, а теперь привет, мальчики и девочки. Как вы поняли, сегодня мы начнем серию с того, что спасем друга Дика. А пока пойдемте посмотрим на новый виварий. О, красота какая. Кого сюда можно поместить? Я так понимаю, Крылану. А могу ли я ее потом вызывать, несмотря на это? И, наверное, жабу, потому что до этого я их поймала. И, видите, мне пришлось забрать теленка из вивария предыдущего, так как места, говорят, не было. Так, что мы можем... почесать. Ты, наверное, тоже это любишь. Да. Царевна лягушка. Пойдемте помогать эльфу и сражаться с пауками. Самое любимое мое. Найти пещеру не самое сложное. Самое сложное... ждет нас впереди. А именно борьба с нашими любимыми пауками. Ну, надеюсь, раз 20 уровень. Наверное, это пещера Топса. Ну что ж, попробуем войти. Давай, попробуем войти. Так, минус один. Но, о, еще один. Зачем ты так резко появляешься? Как обычно в паутине. Остерегайтесь пауков. Да. Выбора у меня нет. Очень опасный. Ну и естественно мы идем туда. Люмос. Да, мы видим знаки опасности, идем туда, да? Все логично, как в фильмах ужасов. Когда ты слышишь какой-то шорох, ты обязательно идешь на него. Как же иначе? Иначе фильма не случится. Так и здесь. Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю видеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, лишишься не только еды. Хозяин Топса просто ужасен. Согласна. Надо спасать Топса. О, 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 погнали.
один. А, чё? Мелочь образовалась. Так, ладно. Мне не очень хочется задерживаться в этой пещере. Вон он, вон он. Погнал. Вот так тебе, понял? Тут только мрлокомль. О, фу, ну нет, ну пожалуйста. Ну вот зачем вот это вот сейчас? Эти вот мохнатые все лапы. Я это не люблю. У меня аж мышка вспотела. Ладно, давайте. Кажется, Добс давненько здесь не бывал. Видимо, отправился вглубь пещеры. Ривелио! Ну и где он? Кто-то там есть, и он меня заметил. Блин, я сейчас скачусь прям к нему. Ну, что поделать? Да где он? Я его не вижу. А, вон вижу. Ой, сейчас мама пауков, судя по всему, появится. Ай, даже читать не буду, хочу быстрее отсюда выбраться. Вот оно мне надо. У меня аж голос сел, простите. Я правда очень боюсь, и вы не представляете, чего мне это стоит. Вот оно. О, господи. Да уж, симпатяшка, блин. Ау. Так, и ты уйди отсюда. Ай-яй. Ай-яй, да уйди. Попить. Ау. В себя. Ай-ай-ай, подожди, подожди. Да, дай пройду. Ай-ай-ай. Рябиного отвара. Идите ж вы, эй. Разошлись, что ли? Thank you.
Да подожди, да подожди. Сейчас я с тобой закончу. Фу. Фу, какой же ты гадкий. Поддерживаю полностью. По-моему, это такой же, как вот был тогда, с которым я не справилась, только чуть поменьше. Хотя, может, даже и такого же. Просто... О, нет. Вот он. Кажется, этот домовой эльф и есть Топс. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит, большой пол оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочется спать, Топсу нужно. Бедный Топс. Совсем один, и только пауки повсюду. То есть это все зря было? Я зря сражалась с этим мерзким членистоногим? Слушайте, ну это вообще... Вообще не прикольно. Так нечестно. Могли бы и спасти эльфа. Может быть, бы он куда-нибудь забрался бы в какую-нибудь... щелочку в горе, и мы бы его собрали. Ой, забрали, освободили. Да, я сейчас могу заговариваться, потому что у меня до сих пор руки трясутся. Короче, спонтовое задание. Вообще, вообще. Слушай, у меня нет одни расстройства. Дик, я только что из пещеры. Чудесно. Дик надеется, что вы передали привет Топсу. Мне очень жаль, Дик, но Топс погиб. Похоже, в конце концов, до него все-таки добрались пауки. О, Дик этого боялся. Один-одинешенек в той пещере. Бедный Топс. Когда-то у Дика и Топса был один хозяин. Когда он погиб... Наши пути разошлись. Дик всегда хотел, чтобы Топса тоже отправили в Хогвартс. Для Дика честь, что он служит таким добрым людям, как вы. Дик будет скучать по другу и с чувством глубокой скорби поднимет за него бокал. Мне очень жаль, что твой друг погиб, Дик. Спасибо. Вы очень добры. Дик хотел бы побыть один, если вы не против. Да, грустное задание. Что-то я даже расстроилась, что его выполнила. Эх, ладно. Давайте идти дальше. Нам нужно поговорить с Натти или с Себастьяном. Но давайте начнем с Натти, она нас долго ждет. Где ты, Натя? Ждать. Давайте подождем. А вот и ты, хвала небесам. А вот и я. Это дом мистера Бикла? Кажется, да. По идее, у него есть свидетельство против Харлоу. Нужно с ним поговорить. Пойдем. Муж мой. Что же я буду делать? Что с вами? Мы разыскиваем мистера Бикла. Мой муж. Он мертв. Он убил его. О, мои соболезнования, миссис Бикл. Кто убил вашего мужа? Дефил Харлоу. Я даже не сомневаюсь. Он изводил моего мужа угрозами несколько недель. О, где же мой сын? Где Арчи? Так. Ну тут странно. Я думаю, что его выкрал Харлоу, но говорить это сейчас женщине, которая и так не в себе, давайте поддержим ее. Он наверняка где-то здесь. Когда вы видели его в последний раз? Арчи остался дома с отцом, пока меня не было. Но его сумки нет на месте. Надеюсь, он просто ушел гулять, как часто бывает. Надеюсь, его не было дома, когда Харлоу... Когда моего мужа... Вы не знаете, куда Арчи мог деться? У него есть небольшое убежище в лесу к югу отсюда. Обычно он не уходит далеко. Но если он видел, как Харлоу напал на его отца... Я боюсь уходить из дома. Вдруг он вернется. Чё моя ухмыляется, я не пойму. Вот.
Так, давайте немножко проспрашиваем. Вот здесь, я думаю, это будет уместно, а потом уже пойдем искать сына. Может, вы еще что-то знаете о Харлоу? Он правая рука Виктора Руквуда. Жалкое, отвратительное существо. Жестокое и кровожадное. Зачем Харлоу убивать вашего супруга? Муж расследовал грязные делишки Харлоу, и ему удалось выяснить, что тот замышляет. Я умоляла мужа оставить это дело, но он... Он был уверен, что... Мы отыщем вашего сына, миссис Бикл. Спасибо. Что же мне теперь делать? Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Бикл. Мы приведем Арчи домой. Да, сегодня у нас одни поиски. Так, ну тут 242 метра. Ага, нельзя. Куда же мог подеваться, Арчи? Давайте немножечко пробежимся. О, ты со мной. Когда я принесла ей найденное письмо, констебль Сингер рассказала мне о мистере Бикле. Он тоже добывал доказательства для констебля Сингер, чтобы она смогла арестовать Харлоу. Я надеялась обсудить с ним, что ему удалось обнаружить, но мы опоздали. Так, я не могу на метле, потому что ты со мной, да? Ну ладно. Пойдем тогда. В принципе, всего 100 метров осталось. Что сказала констебль Сингер насчет того письма? Поблагодарила, но я подозреваю, что этого недостаточно. Жаль, что гиппогрифы не умеют говорить. Крылана могла бы предоставить все необходимые свидетельские показания против Харлоу. Того, что есть, явно мало. Надо больше доказательств, Шерлок. Так. Похоже, это и есть убежище Арчи, которое упоминала миссис Бикл. Твари, Арчи! Добро пожаловать. Арчи Бикл! Сам такой, понятно? Он не устроил бы такой беспорядок в собственном убежище. Ривелио! Кто-то искал его. Возможно, Ривелио наш единственный шанс узнать, куда он пошел. Я так и делаю. Я уже смотри, приезжаю следы тебе. Арчи. Он пошел сюда. Волки. Чё остановилась? Готовься к бою. Да не переживай. Это не пауки. Аресто моменту. Догоночку. Надеюсь, Арчи не попался. Это и волчья стая. Давай осмотримся. Так. Ривелио. Исследовать место. Смотри, сумочка. Это же сумка Арчи. Но с чего он бросил ее здесь? Видимо, он убегал от Харлоу и в торопях ее потерял. Пожалуй, пора снова использовать Ривелио. Повесил аккуратно. Арчи пошел сюда. Так, там плохие дядьки, да? Плохие дядьки. Давайте теперь поборемся. Теперь мы похищаем детей? Да, я не думал, что мы будем его кормить. Я так и думал, что... Это прикол. Инсендио! О, не очень. Так. О. Ну что, хватит. Да блин, не успел. Так медленно. Так, минус один. Где там еще? Немножечко. А что ты его зависла? Нормально. Умничка. Где еще? Есть еще? О, палатка, как у Гермионы, да? Не думала, что эта палатка окажется такой большой. Это немного усложняет нашу задачу. Так, ну, судя по всему, нам вниз. Я предлагаю попробовать скрыться.
Попробуем, вдруг получится. Вот это, например, стоит. Думаешь, он видел, как это случилось? Это всего лишь мальчишка. Давайте просто отпустим его. Такие... Так, вон еще одна. Она, кстати, тоже спиной поворачивается периодически. Замечательно. Тут уже не получится. Но вдруг. Тот еще. Ой, я не то включаю. Под отлов не равняюсь. Ай. Идем. Прям по голосу совсем реально ребенок. Пожалуйста, мне нужна помощь. Арчи? Арчи Бикл? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Твоя мама попросила нас тебя найти. О, я так рад вас видеть. О. Тише, Арчи. Извини. Нужно отпереть замок. Давай, Наня. А, мне? Алахамора. Человек по имени Харлоу. Это он убил моего папу. Нам очень жаль, Арчи. Ему не сойдет это с рук. Но сперва нужно отвезти тебя домой. Спасибо тебе за мое спасение. Ну а как же иначе, Арчи? Давай мы отведем тебя домой. Здесь есть безопасный путь. Отлично, хотя бы одного спасли. Если бы мы этого еще не спасли, было бы очень обидно. Так, ну и ты пойдешь, спасибо. Пойдем разговаривать с миссис Биклс. О, Арчи, ты здесь! О, ты в безопасности! Мама! О, мамочка! Папины друзья в опасности. Забравшие меня люди говорили о них. Какие друзья, милый? Мистер и миссис Ботвинс, мистер Филберт. И еще они сказали про Отто. О, я поговорю с ними. А ты давай быстрее домой. Да, мама. Так сидит спокойно, как будто ничего не было. Друзья вашего супруга могут быть в опасности? В той же степени, в какой как был мы он. Можем помочь? Вы уже сделали достаточно. Мой муж был могучим волшебником, но даже он не смог победить Харлоу. Ни к чему навлекать на себя гнев этого чудовища. Боюсь, уже слишком поздно. Харлоу уже нас разыскивает. Тогда не нужно злить его еще больше. Уверяю вас, может быть намного хуже. Держитесь от него подальше, очень вас прошу. Еще раз примите мои соболезнования, миссис Бикл. Спасибо. И спасибо вам за то, что вернули Арчи домой. За ваши добрые дела я навсегда у вас в долгу. Не беспокойтесь, миссис Бикл. Мой отец всегда говорил, дождь не льет только на одну крышу. Надо друг другу помогать. Ревелио. Конечно, когда мы, значит... Мне нужно побольше узнать о друзьях мистера Бикла и понять, почему Харлоу их преследует. Когда что-нибудь выясню, непременно тебе сообщу. Договорились. И спасибо за помощь. Давайте теперь пойдем и поговорим с Себастьяном. Ждем Себастьяна. Ты здесь? Отлично. Как обычно. Сплю на пол. Я получила твою сову. Что случилось с Оминисом? Я сказал ему, что мы не сможем вечно избегать темной магии. И чем больше мы будем знать о Салазаре Слизерине и темных искусствах, тем лучше мы подготовимся. Увы, о местонахождении входа в скрипторий известно только Мраксам, а Оминис не хотел мне говорить.
Пожалуй, надо бы с ним поговорить. Тебе? Попробовать можно, но особой надежды нет. У меня с упрям до невозможности. Ничего нового. Я знаю, где он. Я тебя проведу, а дальше уже дело за тобой. Пойдем. Он там. Пойдем. Пойдем. Что ты здесь делаешь? Поговорить пришла. Привет, Доминис. Есть минутка? В чем дело? Что вы с Себастином задумали на этот раз? Я хочу извиниться перед тобой, Оминис. Я солгала тебе насчет крипты. Себастин показал мне ее. Он хотел, чтобы у меня было безопасное место для тренировки заклинаний, и он надеялся, что ты не будешь против. В принципе, идея неплохая. Просто в последнее время Себастин постоянно надоедал мне с одним вопросом, и я на него зол. Только не говори, что он опять об этом, как его, скриптории... Он тебе об этом рассказал? Да, мы говорили об основателях Хогвартса, и он упомянул об этом, но без подробностей. Да, понимаешь, он считает, что в нем находится ключ к спасению Анны. А я думаю, что он тесно связан с темной магией, которую лучше не трогать. Постой-ка, ты что, никогда там не был? Разумеется, нет. Я знаю о темной магии благодаря любимой тете Ноктуа. Она это тоже не одобряла, в отличие от других членов семьи. Честно говоря, она надеялась убедить их, что идеи Салазара Слизерина были куда шире, чем одержимость чистотой крови. Она узнала об этом скриптории и решила, что может узнать побольше о Слизерине. Она даже нашла тайный вход в этом самом коридоре. Она постоянно писала отцу, как пытается туда проникнуть, а потом просто исчезла. С тех пор никто не пытался попасть в скрипторий. Это вызывает опасения. Даже если в результате мы сможем узнать, что случилось с твоей тетей, дело все равно рискованное. Тетя Нокту пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла. Не хочу, чтобы такое повторилось. Но с чего ты взял, что мы повторим ее судьбу? Кроме того, ты говорил, что вы с тетей схоже мыслили. Это было бы в память о ней. Ты бы узнал о Слизерине, о Себастьяне Банне. Твоя тетя отправилась туда одна, а мы пойдем вместе и справимся. Хм. Вижу, к чему ты клонишь. Тебе удалось меня убедить. Не думал, что это возможно. Хорошо, я открою тебе, что знаю. Сбегай за Себастьяном, я подожду. Нашли гонца. Надеюсь, я... Мы не пожалеем об этом. Себастьян, сюда! Я прям... В скрипторий можно попасть с помощью этих жаровин. Конфринта! Прирожденный родовец. Ты не сказал, даже когда я умолял об этом. Ты тоже не сказал, что я хотел услышать. Открыть вход... Поможет тройка. Ага. Три головы лучше, чем одна. Понятно, вот вам. Вообще-то две головы лучше, чем одна. А значит, а, три лучше, чем две. Обычная математика, Оминис. Что-то происходит. Конечно, я вход открыл. Мы к этому готовы. Пойдемте. Я умею уговаривать. Темные зловещие коридоры. Все как мы любим. Да-да. Я лучше промолчу. Да ладно тебе, нормальная шутка. Слушайте, классно, у нас все больше и больше. Мне это нравится. Кажется, это запертая дверь. Думаю, нужно осмотреться. Думаю, нужно починиться. Обломки сложились в изображение человека лицом к лицу со змеей. Должно быть, этот голос я и слышал. Этот голос древний. И зловещий. Ты слышишь какой-то голос? Это началось, когда тебе удалось восстановить изображение. Шепот сказал мне «говори». Я Змеюст. Могу общаться со змеями и слышать их. Все известные Змеюсты — потомки Салазара Слизерина. Вот про Салтанки говорит. Знаешь, говорить на змеином языке не так уж и здорово. Его часто связывают с темными волшебниками. Я не говорил на нем много лет. Дверь отворится только под звуки змеиного языка. Надеюсь, я посеял в тебе сомнения. Не вижу причин останавливаться сейчас. Какая ирония. Покидая дом, я дал клятву оставить темное искусство. И вот до чего я дошел. Отойдите. Давай уже открывай нам. Неужели проход? Приходится это делать? Сработало. Оминис, у тебя и правда редкий дар. С вами двумя я чувствую себя третьим лишним. Ой, да ладно. С вами двумя? Я... Да неважно. Люмос,
Только друзья. Здесь нет явного пути вперед. Это же лабиринт. Салазар Слизерин постарался как можно больше усложнить задачу. Дверь, через настоящая которую мы пришли, закрылась, но впереди есть ворота, и не одни. Стоит их изучить, вдруг там есть какие-то подсказки. Да, понятно, я только... Так, кажется, я знаю. Тут, смотрите, хвост, а здесь голова. Должен быть, наверное... А, вот, нет, смотрите, вот значок, кружок со скобочкой. Наверное, надо тогда... Нужно вот сверху кружок со скобочкой, снизу змейку. Ну, давайте попробуем. Сверху кружок со скобочкой, снизу змейку, еще вход. Символы совпали, и ворота открылись. Я как раз собирался сам это сделать. Да-да. Не удалось меня опередить. Конфринта! Я провалила испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать. Наше наследие было понятно неверно. Понято неверно. Записки тети. Моя тетя хотела изменить ваши семейные традиции. Хотела. И именно за это я любил ее больше всех. Ой. Отлично. Мы еще на шаг ближе к скрипторию. Люмос. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторию в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно. Но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. В этой записи говорится о том, что она заблудилась и о враждебном приеме. Бедная тетя Нокто. Вот здесь... Вот это, скорее всего. Да. Я просто не успела докрутить. Все нормально. Звучит многообещающе. А то. Загадка еще одной шкалы решена. Впечатляет. Ты молодец. Спасибо. По-моему, он со мной заигрывает. Там впереди что-то есть. О, что-то недоброе. Мне как-то тревожно здесь, но нужно двигаться дальше ради моей тети. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнений. Но кто упоминает не только мучительные и тяжелые испытания, но и награду. Мучительные. Это меня как раз и волнует. Лично я слышал только что-то о награде. Идем дальше. Ворота! Кажется, мы заперты здесь. В очередной раз. Крутцы. Салазар Слизерин пока не хочет нас выпускать. Это видите же, да? Надо крутцу использовать. Я, по-моему, не умею. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. О, вы понимаете, нам надо на ком-то применить заклятие, судя по всему. Оминис, здесь скелет. И последняя запись из дневника Ноктуэ. Она пишет, что оказалась в ловушке и не могла выйти из-за непростительного заклятия. Здесь она и умерла. Мы все здесь умрем. И зачем я только вас послушал? Оминис, мне очень жаль твою тетю. Но я знаю, что делать. Будет непросто. Ты сказал, что знаешь, что делать. На двери изображены лица, искаженные от боли, а на камне высечено слово «Круцио». Думаю, что дверь откроется под воздействием заклятия «Круциатус». Вот почему погибла Ноктуа. Ей не на кого было наслать заклятие. Из нас всех у Оминиса больше всего опыта с «Круцио». Это должен сделать он.
Похоже, вы хорошо ладите с Оминисом. Можешь попросить его об этом? Ага, и чтоб на меня наложили. Ну ладно. Кажется, он немного зол на тебя. Я поговорю с ним. Хорошо. Надеюсь, твоя магия сработает. Нам бы сейчас жидкой удачи. Не стоило вообще доводить до такого. А он не слышал, Оминис, да, как мы разговаривали? Я не думала, что мы можем оказаться в ловушке. Чего не скажешь о Салазаре Слизерине. Он виновен во многих немыслимых вещах. Я слышал, о чем вы говорили с Себастьяном, и я отказываюсь. Круциатус причиняет нестерпимую боль, уж я-то знаю. Себастьян немного рассказал мне о том, что случилось с тобой в детстве. Похоже, у тебя не было выбора. Стоило догадаться, что он тебе расскажет. У человека всегда есть выбор. На мне лежит такая же вина, как и на худших членах моей семьи. Непростительные заклятия действуют только, когда вкладываешь в них всю свою волю. Мне нужно было хотеть причинить боль, и я никогда не прощу себе этого. Из-за этого заклятия у меня больше нет семьи. Вам с Себастьяном нужно придумать что-то другое. Один раз наложив Круцио, будешь жалеть об этом до конца своих дней. Так, я так и буду между ними тут ходить переговорщиком. И что теперь делать? Оминис отказался снова применять Круциатус. Глупости. Будто погибнуть здесь лучше, чем наслать это чертово заклинание. Надо решить. Я могу научить тебя Круцио или использовать его против тебя. Постой-ка, ты не говорил, что умеешь накладывать Круцио? Потому что я и сам в этом не уверен. Оминис об этом знает, но не оставил нам выбора. Я не хочу, чтобы нас постигла участь Ноктуа Мракс. Думаю, я смогу применить его, если придется. Так. Я хочу научиться, но лучше ты наложи его на меня. Научи меня, я наложу его на тебя. Нет, я точно не хочу его накладывать. Хочу ли я его выучить? Вот вопрос. В целом, на пауках я бы его использовала. Так. Я хочу научиться этому заклятию. Но я не стану применять его к тебе. Давай ты наложишь его на меня. Я этого не забуду. Вау. Погнали. Готово? Да. Ай-яй. Какой-то дух прям начался. Ты в порядке? Все нормально. Боль была просто невыносимая, но ничего, переживу. Пошли дальше. У нас получилось. Рябиновый Мы отвар. Нашли скрипторий Салазара Слизерина. А, прямо не верится. О, классные перчатки. Себастьян, Оминис, здесь книга. Тебе удалось что-то найти? Идите дальше, поглядите, что там, а я здесь задержусь. Ревелио. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная, хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Да, я не хочу отдавать книжку. Я хочу сама ею пользоваться. Прикольное кресло. Пить я не буду, неизвестно что. Оу, в общем, тут очень длинное письмо. Слизерин пишет о том, что они спорят, и, в общем, думал, что Годрик его понимает. Он хотел, чтобы на обучение брали исключительно одаренных, но сожалеет о том, что Годрик берет не только одаренных, но и нечистокровных волшебников. В
общем, Слизерин об этом очень сожалеет и думает, что по коридорам разгуливают много бездарев. Вот. И говорит о том, что он покидает это место, но погрузит существо в глубокий сон, пока его не пробудит тот, кто разделяет его взглядов. На Василиска, в общем. Василиском попахивает, если честно. Ривель! Что скажешь? Похоже на книгу заклинаний. Невероятно! Вещь, принадлежавшая основателю Хогвартса. Какая честь! Поверить не могу, что Оминес никогда не рассказывал мне о своей тете и о том, что ей удалось что обнаружить. Что будешь делать с книгой Слизерина? Я собираюсь ее прочесть. Мои родители были преподавателями и с малых лет привили мне эту привычку. Но это можно сделать и позже. Предлагаю хорошенько осмотреть эту комнату. Просто дух захватывает. Ривелио! Я не хочу уходить, но я в долгу перед вами обоими. Без вас двоих мы бы ни за что не зашли так далеко. Может, нам очень повезло, посмотрим, что мы не погибли. Давайте поклянемся, что больше не будем в такое лезть. Где он там? Все, пойдемте. О, а вы не идете? Я вижу выход. Лучшее, что я слышал за день. Оминес, насчет твоей тети. Не надо, Себастьян. Я сейчас говорю серьезно. Мы обязаны поклясться, что больше никогда не станем связываться с темной магией. Понимаю. Мне очень жаль, что твоя тетя погибла, Оминес. Думаю, после всего случившегося я благодарен за то, что удалось узнать о ее судьбе. Спасибо тебе. Ну, я ничего не могу обещать, потому что я не знаю, что для нас придумали разработчики. Давайте посмотрим, что мы будем делать дальше. Осталось нам отправиться в зал картографии. Давайте немедленно туда отправимся. Не советую вам недооценивать этого ученика. Мне раньше никогда не встречались такие способности к магии, а я уже давно преподаю. Такие ученики – большая радость. Хоть и не всегда. А, вот и вы. Получила вашу сову. Мне удалось поговорить с Лодгаком, тем гоблином, о котором я вам говорила. Что он вам сказал? Раньше они с Раннерком были заодно, но потом разругались. Вы полагаете, ему можно доверять? Да, я думаю, можно. Мне он показался честным. К тому же Сирон и Райан ему доверяют. Хорошо. Допустим, ему можно доверять. Но поможет ли он нам добраться до Раннерка? Мне удалось достать украденный шлем. Лодгак надеется с его помощью вернуть доверие Раннерка. Вы хорошо потрудились. Будем надеяться, что вашими стараниями мы сумеем узнать, что задумал Раннерк. Лодгак упоминал, что Раннерк что-то ищет, но он не знает, что именно. Может, шлем поможет нам найти ответы? Раннерк что-то ищет? Этого я и боялся. Когда я посещал свой портрет в замке, то поразился тому, сколько там оказалось гоблинов и волшебников. В замке Роквудов? Да, когда-то я там жил. В этом замке пройдет ваше следующее испытание. Вы что-нибудь видели? Или с кем-нибудь говорили? Нет. Предпочел не привлекать внимания. Я давно там не был и не услышал ни одного знакомого голоса. А потому и доверять бы им не стал. Я старался не попадаться им на глаза, чтобы они не решили уничтожить мой портрет. Мне очень жаль, но вы должны знать. Виктор Руквуд, ваш потомок, темный волшебник. Он в сговоре с Раннерком. Мой потомок? Темный волшебник? Тогда, боюсь, нам нельзя терять время. Вы должны как можно скорее попасть в замок Руквудов, хотя этот путь наверняка будет полон опасностей. Это не только место проведения следующего испытания, но и хранилище источника силы, который не должен попасть не в те руки. Хотелось бы мне, чтобы у нас была такая роскошь, как время. Однако я не сомневаюсь в ваших способностях. Как можно скорее найдите там мой портрет. Хорошо, сэр. Отправлюсь немедленно. Желаю удачи.
Нельзя тратить ни минуты. Встретимся в замке Руквудов. Что здесь происходит? Профессор Руквуд был прав. Это место кишит приспешниками Виктора Руквуда и сторонниками Ранрака. Они неплохо спелись друг с другом, но это вовсе не дружеский союз. Я уверен, вы согласитесь, что через парадный вход идти нельзя. Нужно найти другой путь. Идемте. Тебе не остановить восстание Ранрака! По-моему, ты проклят. Стоило сбежать, пока был шанс! Или ты ищешь смерти? Сейчас спущусь и тебе конец! Конфликт! Меня на землю! Ребят, десцендо! Сейчас, подожди, я соберу тут с них все, что на выпадало. Не хочу магию тратить, я думаю. Но, вон там, наверху, мы нашли выход. Угу. Сейчас, подожди, сделаем. Красиво. Со мной заберешься? Так, давай немножечко пригнемся. Знал бы я, что ты хочешь перекопать пол страны. Мне бы не пришлось копать, если бы тебе удалось поймать этого ребенка. Нам бы не нужен был этот ребенок, если бы ты не отправил дракона за футляром, на поиски которого я потратил много месяцев. И еще больше золота в министерстве. Это ты дал им сесть в карету. Я вынужден был действовать, пока они не добрались до своей треклятой школы. Тебе что, все еще мало силы? Я позволил тебе рыть тоннель под своим домом. Позволил мне? Ты вообще здесь лишь потому, что один из твоих предков был хранителем и можешь мне пригодиться. У нас был уговор. Я поделюсь с тобой полученной силой, если ты отыщешь сокрытые где-то хранилища магии. Так что... Если не хочешь, чтобы я еще раз продемонстрировал на тебе свою силу, которую ты так жаждешь получить, притащи ребенка. Роди себе своего ребенка. Мы уже знали, что они вас ищут. А теперь знаем еще, что они ищут хранилище магии. И Ранрак знает о хранителях. Да, я тоже это слышал. Профессор Руквуд сказал, что вы поймете больше, пройдя следующее испытание. Пойдемте в замок. Подожди, давай по стелсу это. А, получится. Мамаше твоей передать чего-нибудь на словах. Скользко! Надеюсь, это будет не мертв! Один человеческий! Это только! Ну, погоди, вот я... Взгляните на меня! У меня много рябинного отвара, так что не переживай. Какое рябина! А ты ведь неплохо проводишь электричество, да? А, вроде все. Погнали дальше. Судя по всему, нам наверх. Оу, оу, оу. А, ты уже внизу? Чё я тогда крадусь? Кажется, мы нашли быстрый путь вниз. Да. Раз. Два. Три. Вуаля.
Так, теперь нам нужно найти портрет Чарльза Рупорта. Здесь были гоблины. Они опережают нас. Давайте посмотрим, куда ведут их следы. Давай, чтобы видеть следы гоблинов. Ты видишь следы? Я не вижу. Они есть. Я думаю, нам вот сюда точно. Оу. Думаю, это оно. Хранилище магии и источник силы Ранрака. Похоже, здесь пусто. Если они все забрали, то почему еще здесь? Ранрак говорил, что это не все. И если он прав, то остальное может находиться не здесь. Но где бы оно ни было, нам нужно найти это раньше них. Где этот портрет? По идее, портрет висят на стенах. Здесь они могут быть где угодно. Чего, дед? Выпить таблетки. Ривелио! Это дед поломался, несите нового. Я услыхал какой-то шум и надеялся, что это вы. Это мы. Профессор Руквуд, гоблины и темные волшебники, захватившие ваш замок, ищут хранилище магии. И они уже вскрыли некий контейнер. О, нет. Все куда хуже, чем я мог себе представить. Вы сказали Персивалю, что гоблин в своей сокровищнице использовал могущественную магию. Значит, они каким-то образом научились... Нет, этого не может быть. И, сэр, они знают, что вы были хранителем. Ранрак вас так называл. Но это невозможно. Откуда же он мог... Ладно, обсудим это позже. Сейчас вы должны пройти следующее испытание. Скажите только, куда идти? Сначала вы должны полностью понять природу той силы, которой обладаете. И в этом вам помогут испытания. Сила без знаний действительно опасна. Если она окажется не в тех руках... Нам нужно лишь перехитрить Ранрака и моего несчастного тезку. Хорошо, профессор. Скажите только, куда идти. Я открою вам путь, но профессор Фиг должен сейчас уйти. Опять с рыцарями сражаться. Я не могу пойти с вами, но я буду ждать вас в зале картографии. Да-да, как всегда. Будем. Естественно. О, так сразу. Приветственный удар. Ай-яй. Подожди, подожди. Неудобно тут драться. Yeah.
осталось. Контейнер! Арест момент! Дебуйся! Сладко! Дефинга! Давай тебе все. Все. Отлично. Получил свое? Малыш. О, опять эти штуки дрыхли. Оу. Тут завертится. Думаю, нужно брать левее. Но как? Рядом ни одного уступа, за который можно было бы ухватиться. Сейчас найдем. О, здрасте. Ай, почему я вас не вижу? Вот это вот вообще не прикольно. Где вам яйцо? Дай мне доделать свое дело. Последний бой. О! Оу. Рано я, да, радовалась. Тебя еще не хватало, привет. Подожди, давай сначала познакомимся. А я поняла, да, я вспомнила, как надо с тобой бороться. Сейчас я... Да. Воу-воу-воу. Давай какой-нибудь, у тебя какая фиолетовая, найди фиолетовая. На тебе желтый. Как раз. Бежал девочек. Кто-то же. Ай, не успела собрать капельки магии. Какое облегчение. Да, там можно и облегчиться от страха. Так, а тут ничего, и сундучков нет. Ну ладно. Что за руки? О, смотрите на это. Надеюсь, он не оживет в конце игры. Это жутко. Прикольно. Ривель,
это они, конечно, сделали. Ужас какой. Не терпится узнать, что Исидора повидала в своих странствиях. Заходите. Прошу, присаживайтесь. Исидора, нам весьма любопытно узнать... Мы готовы. Я кое-что покажу. Папа... Это мои коллеги из Хогвартса. С тех пор, как умер мой брат, отец так и не говорит. Путешествуя, я нашла доказательства своей теории. Того, что мы способны избавить людей от боли. Исидора? Что вы сделали? Избавила от боли. Мы еще не знаем такую магию. Вы видите только то, что запечатано в сосуде. И мы не знаем, какая сила там может скрываться. Но следы этой магии, таких я еще никогда в своей жизни не видел. Спасибо. Ого. Еще раз ого. Ну, не знаю. Сомнительно. Двоякие у меня впечатления по поводу подобной магии. Болтаем с персиком. Вы вернулись? Целый и невредимый. Как видите. Я так рад встрече. Профессор Руквуд рассказал мне, что произошло в замке Руквудов. В нынешних, прямо скажем, малоприятных обстоятельствах нам очень повезло, что столь сведущий человек разделяет наши взгляды. Спасибо, профессор. Я сохраню второй артефакт в безопасном месте. Хорошо. Готовы идти дальше? Что Исидора взяла из груди своего отца в том воспоминании? Это была боль. Вы лучше поймете причины ее поступков, проходя испытания. Что бы ни было дальше, я готова. В таком случае, давайте представимся. Позвольте представить вам бывшего директора Хогвартса Нио Фиджеральд. Третий, наконец, сейчас появится. Третий, я точнее. Ну, здравствуй. Очень приятно. Должна сказать, меня не слишком удивила новость о том, что ученик проходит испытание. Я всегда считала, что ученикам Хогвартса под силу все что угодно. Спасибо, профессор. Я тоже рада с вами познакомиться. Уверена, вы более чем способны пройти мое испытание. Однако сначала я должна, как бы это сказать, подготовить место для испытания. Мы доверимся вашему суждению, профессор Фиджеральд. Вам лучше других должно быть известно, как справиться с таким неудобством. Невероятно тщеславный и несносный директор. Да уж, так и есть. Я сейчас же проверю, все ли в порядке. Конечно. Профессору Фиджеральд нужно немного времени, чтобы расчистить путь. До тех пор оттачивайте свое магическое мастерство. Если вам станет известно еще что-нибудь о делах Ранрака и Виктора Руквуда, пожалуйста, сообщите нам. Хорошо, профессор.
Знаю, знаю. Нужно продолжать оттачивать мастерство. А вы и правда быстро учитесь. Хорошо бы поскорее получить весточку от Лодгака и узнать, пригодился ли ему этот шлем, который вы для него добыли. На сегодня все. Отлично поработали. Как всегда. Позже поговорим. О, зима. Happy New Year, судя по всему. Красиво. Долго же там в зале картографии испытания проходило. Да. Ну что, я думаю, на этом мы закончим очередную серию по Хогвартсу. Я надеюсь, финал близится, и я постараюсь в ближайшие дни, по мере возможности, проходить его все чаще и чаще, чтобы записывать за кадром побольше и вам самое Мэтт интересное. Поведала мне о схватке с браконьерами, и я должна тебе кое-что о них рассказать. Боюсь, это касается тебя. Давай встретимся как можно скорее. Еще совы будут? Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.